Последние 20 лет своей жизни отец провел здесь, на этой студии. В этих уютных стенах он написал множество стихов, несчетное количество прекрасных аранжировок, работал со знаменитостями. Но теперь его нет. Теперь я должен продолжить дело его жизни. Я не подведу тебя, пап. Обещаю. Когда ты решишь погулять, одеть, что хочешь, ты там увидать, как отражается в зеркале путь твой земной, так отражаюсь я в глади речной. В секундном проблеске вижу отца снова я, но крыши вой подзывает меня. Но через миг остается мне лишь вспоминать, и кровоточат все раны. Опять мы с тобою одной крови, мы с тобою одной крови. Тревогу чувствую я вновь, смотришь ты на людей, они немного хоть стали умней. Если взглянешь на войны и весь этот ад, когда на улицах дети горят, мы с тобою одной крови, мы с тобою одной крови. Я порою за нас всех стыжусь, друга верты всех чувств, эмоций, подчас лос добро.